Добрый день, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости, подготовленные специально для вас командой InstaForex TV. С вами я, Тахмина Соломова. Прогнозам аналитиков, которые вчера предполагали падение пары евро-доллар США, не суждено было сбыться. Так, евро в паре с американским долларом постепенно пробирается к максимуму февраля 1.08. Эксперты указывают на причину покупки единой европейской валюты сегодня. Трейдеры стали относительно спокойны за политическую ситуацию в Европе. Это касается президентских выборов во Франции. Стоит напомнить, что в пятницу прошли теледебаты кандидатов в президенты, в результате которых 29% респондентов отдали предпочтение лидеру движения «Вперед» Эммануэлю Макрону. В ходе пятничной трансляции кандидат в президенты заявил, что стране необходимо заручиться поддержкой европейских коллег, в то время как лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен выступала за выход страны из Европейского Союза. В результате теледебатов она уступает Эммануэлю Макрону, за ее позицию проголосовала 19% респондентов. Первый тур президентских выборов во Франции на подходе, он состоится 23 апреля. Экономисты отмечают, что случившиеся события несомненно поспособствуют экономическим изменениям. Эксперты склонны полагать, что снижение политической напряженности повлияет на Европейский центральный банк, в частности на решение по процентной ставке. Тем более, что для этого есть весомые аргументы. Так, инфляция в регионе приблизилась к целевой отметке, служа прямым сигналом готовности ужесточения монетарной политики. Помимо этого, экономическая составляющая еврозоны в последнее время указывала на ускорение темпов роста. Теперь участники рынка пребывают в надежде, что ЕЦБ все же примет судьбоносное решение в ближайшее время, а это послужит значительным ростом пары евро-доллар США. И о недавнем возможном паритете между главными валютными конкурентами можно будет забыть. Вы смотрели новости рынка Форекс на канале InstaForex TV. До встречи!